Всем пугагашечки, дорогие друзья и гости моего канала. Я Нептун, как обычно, и сегодня в рубрике «Инди-ужастики» мы поиграем в игру под таким вот необычным названием «Я плюс мои друзья». В общем-то, друзья, мне бро предложил это дело в сообщениях ВКонтакте, говорит, это лютый трэш. И, в общем-то, да, такую игрушку можно смело отнести к категории трэшевых инди-ужастиков, потому что они сделаны настолько убого, настолько просто на коленке, что, знаете, это, наверное, даже фишка таких игр. Да, не баг, а фича. В общем-то, ну, давайте посмотрим, что это, блин, за дело такое. Пожалуй, начнем. Управление. Четыре заветные клавиши, мышка для взаимодействия. Ага. Хорошо. Я могу сбежать отсюда. Он мне такое, знаете, вступление делает, говорит, как играть. Но я думаю, разберусь, да? Мы же не дураки, мы все сделаем правильно. По-любому. Итак. Мышкой я управляю, это мой фонарик, да? Это лифт. Насколько я понимаю, это элеватор. Так. Управление, значит, на клавишах, да? А, бля! О, твою мать! О, боже, какого это было хрена! Что это, блин, было? По-моему, там за дверью что-то есть. Что-то живое и явно недружелюбное. А вот наверху это моей жизни, да? Сердечко. Уже там трещинка появилась. Мне явно плохо. Этаж... этаж первый. W это идти вперед, видимо, да? Так, это идти назад, понятно. Какого хрена там за дверью живет? Да какого хрена вы делаете-то? Что ж так сразу-то внезапно, я еще не готов к игре? Не настроился я на смерти. Внезапные такие жуткие. Ладно. Так. Направо я иду, то есть это... Д. Тут какая-то дырка в стенке. Ничего я с ней сделать не могу. Так, налево, то есть на A. Это, видимо, кнопки, да? На них можно нажимать? О, нажал наверх. Так, этаж второй, да? А этаж третий. То есть я поднимаюсь. Этаж четвертый. Охренеть. Да здесь много этажей. Пятый этаж. Так, а мы далеко поедем? Шестой. Все. Больше ехать не могу. Я на самой вершине этого проклятого уровня. Ну, давайте, что ли, пройдемся. Так, это я где? Вау, круто. О, мертвое тело. Прогнившее все, вон кости торчат. А куда мне нажимать? И что это за полосочка наверху? Нажмите S, чтобы уйти. Вот надпись наверху, да? Нажал. И что? И куда? Подозрительная красная кнопочка. Давайте нажмем. Клик. А, и обратно в лифт. Притопал, да? Так, ну окей. За стенкой никого. А что это было за комната подозрительная? Ну, реально. Может быть, что-то нажать? Что-то нажать. Так, ничего, ничего, ничего. Трупешник, оживай. Говори мне что-нибудь. Ну, видимо, пока еще рановато сюда топать, да? Ладно, давайте обратно. Так, я предлагаю нам начинать с самого начала. Поедем на первый этаж. Так, это четвертый, видимо, да? Третий. Вот это начало. Так, это второй, да? А вот и первый. Жесть. Так, хорошо. Ну, потопали, что ли? Надеюсь, его там уже нету? Ну, не надо так делать! Что мне нужно, блин, здесь творить? Там какой-то ублюдок за дверью, он не хочет меня выпускать. Никак не хочет, чтобы я вышел. Так, подожди. А ниже я могу? Да ладно. Я могу еще ниже. Поехать. Нулевой этаж. Все. Это предел. Видимо, я в подвале, да?
Ух, как выжить хрена? Ну-ка, ну-ка, может быть здесь? А, да твою мать! Боже! Да пошел ты нахер, ублюдок! Я не буду выходить, я буду жить в этом лифте. Хоть запрыгайся там, не выйду я отсюда никогда. Нулевой этаж, у меня сердечко уже все покоцано, да я подыхать буду. Очень-очень скоро. Короче, потопали на второй, я не знаю, на второй этаж. Надеюсь, на втором этаже будет все нормально. Окей. Так. Тихо, тихо, тихо. А-а-а, да боже! Боже, мать твою, что я делаю не так? Почему он не хочет меня выпускать? Может, нужно как-то нажать, не знаю, там, F или как-то это потише сделать? У меня ничего не работает. Я могу только ходить влево-вправо, вперед-назад. А больше у меня клавиш активных нет. На мышке тоже вроде бы ничего. Ну, я не знаю, давайте будем светить ему нагло в харю. Гейм овер. Ну, круто. Да-да-да, бла-бла-бла, я все понял. Так, а где в менюшку выйти? В общем, друзья, я предлагаю нам перезапустить это дело. Я там видел одну заветную вещь, надо это дело посмотреть. Гоу. Вот, надпись «How to play». Может быть, здесь мне объяснят, что нужно делать? История. Голос создает какие-то суеты. Голос никогда не хэт-хэп, не приносит счастья, да? Голос вызывает какого-то анхоли. Видимо, холи — это святой, да, а анхоли — это проклятый. Проклятый тук... что-то там, короче, понятно. Дальше что? Next page, Z нажать. Базик. Ну это я знаю, вот васт это управление, передвижение, мышка это интерактивность. Джадж, судья. Проверь разбитую стену, прежде чем покинуть элеватор. Да ладно. То есть проверить дверь, и потом мне можно выходить. Типа так, что ли? Окей. Лузер. Он всегда позади меня. Да? Не двигайся, когда ты услышишь его шаги. Охренеть. Какие-то шаги еще будут? Шаги, и мне нужно будет не двигаться, затаить дыхание. Круто. Читер. Когда ты будешь возвращаться в элеватор, shine your light. То есть, видимо, посветить, да, мне нужно своим фонариком, чтобы остановить читера. Его крик. Ну, охренеть. И Ривал. Последний мой монстр. Айда это управление. Нужно мне отключить все свечи, чтобы его закликать. W, чтобы использовать свет. Не используй свет, когда Ривал рядом с тобой. Вау. И как это все запомнить? Ладно. Давай в менюшку. Начинаем. Хорошо, давайте проверять. Значит, этот ублюдок там, за дверью, да? Я на... Давайте на нулевой. Будем по порядку играть. Так, все, я на нулевом. Хорошо. То есть, прежде чем мне выйти, мне нужно посмотреть в дырку. Так. Посмотрел, ничего нет. Ничего подозрительного, никаких там мертвых тварей не бегает. И... Вау. Кто-то бегает. Позади меня кто-то бегает. Но я вышел. Друзья, я вышел. Значит, все это дело работает. Не трогай меня. Да... Да эти шаги бесконечные. А, все стихло. Так, а что это за человек? Такой жуткий, такой человечек. Человечек, мать твою. Божечки. Так, ладно, потопаем дальше. Это мои шаги. Я путаю, тут и мои шаги одинаково звучат. И шаги какого-то, видимо, монстра, да? Тихо. О! Что? А ты что за хрен? И что у тебя за рог такой крутой?
Так. А, блядь! Ух ты, мать твою! Тихо-тихо-тихо. Друзья, я аж от страха видео отключил. Так, мы продолжаем. Так, что там было? Нажмите Correct Key. То есть нужно было правильную кнопку нажать. Но я уже от страха нажал куда-то не туда, и, в общем-то, я, походу, дел проиграл, да? Шкала пропадает, что делать, не знаю. Ну, охренеть. А как мне нажимать-то? Ничего не работает. И выйти не могу. Это же надо было от страха нажать нечаянно на кнопочку отключения видео. Давай, давай, пропадай быстрее. Я хочу играть дальше. Давай, чувак, пропадай быстрее. Чувак, давай, 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 давай. Все, утопал, да? Ну, замечательно. И что это? Нажмите пробел, чтобы использовать... А, блядь! А, блядь! Я не знаю, я на автомате нажимаю на пробел. А на пробел это вспышка. Тут какая-то хрень. А! Блядь, это где я пошел, я к выходу пошел. Все плевать. Не плевать. Не подходи, ублюдок. На пробел нажимать, это его прогонять, видимо, да? Давай, 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 давай. О, неужели я в лифте? Фу. Какой-то дурдом. Ну, я, пожалуй... Я так понимаю, что мне нужно все равно туда протопать, да? Тихо, тихо, тихо. А, я больше не могу здесь ничего сделать. То есть, видимо, я прошел того монстра, да? Хотя я неправильно нажимал клавиши. Нажать S, чтобы уйти. Ну окей, потопали обратно. Так, значит, я так понимаю, что нулевой этаж затащен, да? Значит, мы топаем наверх. На первый этаж. Там мы еще не были. Давай. Я уже понял главный хинт. Нужно посмотреть в дырку. Окей, никого нет. Вот, посмотрите, ну никого же нет. Так, на выход. Твою мать. Так здесь темно. И опять кто-то бегает вокруг меня. У! Одновременно побежали. Тихо, 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 тихо. Это не я, это не я бегу. Вот теперь я. А! Что? Что? Что делать? За кружочком курсорчик двигать, хорошо? Написано наверху держать курсорчик на кружочке. Хорошо, буду это делать. Буду это делать. Тихо, 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 тихо. А! Не двигай так резко! Чувак, я не успеваю. Уйди, ублюдок проклятый, не делай резкие движения. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, 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 все нормально. Шкала, убывай быстрее. Да, мы это сделали. Все, мы прошли первый этаж. Топаем обратно. Аба! Твою мать! И нахер, ублюдок! А, божечки, это какой-то дурдом! Надо отсюда убираться быстрее! Так, окей. О, хорошо. Так, это шикарная игра. Да, отдаю должное. Нулевой первый этаж затащит. Поехали на второй. Я же боюсь даже подумать, что же там может быть. Окей, мы на втором. Первым делом проверяем дырку. Ничего. Фух, так. Собрались на выход. Вау. А ты кто такой? Ты кем будешь? А, кто-то опять бегает позади меня. Пошел нахер. Нахер, говорю. Давай резче, резче, резче. Ух ты. Что? Не трогай красные кружочки. А, то есть наоборот, наоборот, надо убегать курсорчиком от красных кружочков, да? Хорошо. Но их много.
А вот наверху вон там шкала. Видите, вот красненькая шкала. Мне нужно за это время продержаться здесь. То есть, если на первом этаже мне нужно было наоборот в кружке держать курсорчик, то здесь наоборот. Нужно избегать этих кружочков. У-у-у, круто. У-у-у, прикольно. Не попадете мне. Все, не буду больше это делать. Нет, все, хватит. Не буду играть своей жизнью. Моя жизнь очень важна. Твою мать. Как неприятно. Нет, все, хватит играть. Нет, 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 все, хватит. Риск, он, конечно, хорошая штука, но не в данный момент. Все, неужели мы прошли второй этаж? Да, мы прошли. Тихо, тихо. Пробел. Пробел. Пробел наготове. Пробел наготове. Блять. Внезапно. Это все так внезапно. Да. Мы затащили. Фух. Так, это какой этаж? Второй, да? Потопали на третий. Что же там? У меня сердечко уже все, уже хана мне. Еще раза два меня тронут, видимо, и я проиграю, да? Так, проверяем дырку. Все хорошо. И на выход. Жесть. Какая лютая пещера, да? Это что, глаза, что ли? Тихо, тихо, тихо. Окей. Так что же делать? А, поймать. Поймать кружочек. За таймер, чтобы таймер не дошел до нуля, да? Хорошо. Стоять! Стоять, стоять, маленький ублюдок! Не убежишь! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Камон, 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 камон! Решил ко мне лезть, и я сам к тебе полезу! Говно, собачье, дерьмо! Чертовски плохое дерьмо! Как там было, в кровь и бетон-то? Ах ты, ублюдок, говно вонючее. Хрен собачий. Нет, не убежишь, кружочек. Так, 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 так. Ну, пока все довольно нетрудно, да? То есть, когда ты понимаешь, как играть, то, в общем-то, игра проходима. И все закономерно. Чем-то напоминает мне Sister Location, где тоже нужно было правильные действия делать, чтобы выжить. Если знать закономерность, то все, в общем-то, не так плохо. Да, мы прошли. Все, пробел наготове. Я уж и обрадовался. Думал, все. А сегодня монстров не будет, да? Так, третий этаж затащен. Топаем на четвертый. А что же там наверху? Что же меня поджидает на четвертом этаже? Так, дырка нормальная. Дырку мы проверили, теперь на выход. Ух ты. Какая красивая комната, да? Все блестит. Тихо, шаги. Ага. А, тихо, опять шаги! Опять шаги. Так, что делать-то? Avoid... Что? А, то есть опять... Нельзя трогать кружочки. Ну, теперь немножко сложнее, потому что... Раньше они летели, по-моему, только по одному направлению. А здесь они могут двигаться, да, в разные стороны. И по разной траектории лететь. Окей. Неплохо. Можно даже порисковать немножко. Круто. Но вот шкала наверху, она убывает медленнее. Охренеть, посмотрите. Они летят в мою сторону. Вот это наглость. Ну-ка вот так. Точно, точняк, друзья. Они тупо в мою сторону летят. Круто. Но я неуловимый курсорчик. Неуловимый. Нельзя меня поймать. Невозможно.
Все, шкала почти убыла. И я почти победил. Прощай, ублюдок. Да, потупли на выход. Будем пробелами тупо нажимать. Да, оперативно мы вышли. Так, ну что, давайте что ли, друзья, на пятый? На шестом этаже мы были, и там ничего интересного не было. Мы тупо ушли оттуда. Но что на пятом? Я вначале читал описание, да, как играть? Друзья, там было что-то про свечи, про свет, который нельзя включать, когда он рядом. Ну, в общем-то, давайте. Ух ты, какая лютая пещера. Твою мать, я боюсь бегать. А-а-а! Хватит бегать позади меня. Ты нервируешь. Так. Так. А-а-а, то есть искать кружочек и при этом еще вдобавок не попадать вот на эти другие красные кружочки, да? Нехило так придумали. Заметно усложнили задачу. А представьте, чем дальше, тем круче. Например, попутно еще нажимать правильные кнопки. W, D, A, S и так далее. Это было бы эпично. Так, так, так. Прикольно. Так, 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 так. Вот самый первый нулевой этаж был у меня, да? Вот там нужно было правильно нажимать кнопки. То есть либо W, либо D, либо... Эй, и так далее. Вот если разработчик догадается еще и вот эту фишку сюда поставить, тогда я, конечно, охренею. У меня мозг может расколоться на много частей, чтобы думать о таком. Да, мы затащили. Топаем обратно. Блять! Фу. Давай, 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 давай. Топай, топай, жопай, топай, жопай. Ау! Тихо, тихо, тихо. Да. Все. Мы все этажи затащили, по идее. Да? Тогда куда мне топать? На шестом этаже же ничего не было. Хотя, возможно, теперь там уже можно что-то найти, да? Мы все этажи прошли. Значит, на шестом все должно быть хорошо. Так, ну в дырке никого. Так, что у нас здесь? А здесь-то и ничего и нет. Ничего не поменялось. Может быть, разработчик не закончил данную игрушку? Да я вроде бы все этажи прошел. Что вам надо? Хм. Тогда куда мне топать? Окей. Давайте, что ли, опять на первый? Или на нулевой? Может быть, там что-то новенькое появилось? Хотя я уже пробовал, меня выкидывает из игры. О, я могу ниже нуля. Минус первый этаж. Вот его раньше не было, я пробовал. Друзьяшки, мы приехали минус первый этаж. Так, в дырке все нормально. Что же, блин, здесь? Это секретный этаж. Вау. А-а-а! Он там что-то про свечки было. Это финальный босс, да? А куда нажимать-то? Как использовать? На пробел или куда? Вау! Там монстр! Нужно свечки зажигать. Тихо, 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 он рядом! А-а-а! Тихо, 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 тихо. Все. Я зажег все свечки. И что вам надо? Так он рядом.
В обучении сказано, что нельзя включать свет, когда он рядом. Ну, в ЦУ я не включаю, я погасил все свечки. И что мне тогда делать? Вон там наверху какая-то шкала. Бог его знает, что с ней надо делать. Он все ближе и ближе. В общем, нужно понемножечку включать, да? Это его жизни пропадает. А, или нет, или моей жизни. А, это моей жизни, видимо, да? Ну и что мне нужно с ним делать-то? Ни хера не понимаю. А что за таймер? Бог его знает. Я не знаю. А, свечки обновились. Твою мать. Окей. Так. Я не знаю, что я делаю, я тупо не знаю. Так, обнулим свечки. Видимо, обнулили, да? Так, еще одни свечки. Еще одни. Так, обнуляем. Нужно, видимо, много свечек загасить таким образом. А где свечки-то? У меня больше нет. А, все появились. Так. Все. Давайте еще свечки. Больше свечек. Ну что, где там свечки-то еще? А, все, появились. Сейчас подохну. А-а-а-а-а! Какая-то здесь дикая закономерность. Что, блин, надо делать? Ну вот. Окей. Во! Да! Я уничтожил все эти проклятые свечки. Looks и мы его победили. Это был всего лишь эксперимент? Говорит мне некий загадочный голос, да? Ну, в общем-то, друзья, все, игра пройдена. Довольно любопытный ужастик. Разработчики бы больше терпения, какой-нибудь современный движок, или хотя бы даже примитивненький, вроде ФНАФа, и можно было бы сделать шикарный инди-проект. Задумка неплохая, нужно ее реализовать грамотно. Хотя получился неплохой такой инди-хоррор-трэш. Надеюсь, вам понравилось. Друзья, спасибо за внимание, ставьте пальчики вверх, поддержите мой каналчик и непременно вступайте в группу ВКонтакте. Всем здоровья, друзья, позитивчика, всем пока-пока. I'm gonna go get some more.